Ты что, следишь за мной? А хоть и слежу, что ж такого? А следить незачем. Или ты во мне сомневаешься? Нет, не сомневаюсь. С первого мига, как увидел. Веришь мне? Не знаю, князь. Не князь, пока только княжий сын. Но однажды московский престол станет моим, и ты будешь моей женой. Только для того нужно подождать немного. Сколько? Она красивая. Кто? Дочь Штефана. У меня красивая жена, у моего сына должна быть красивая. Мне неспокойно. Она тебе не по душе? Не спеши женить сына. Пусть она поживет с нами. Время расставит все. Не тревожься. Я все решу к общему глазу. Мне не нужны раздоры в доме. А? Ступай, отдохни. Меня ждет Штефан. Где мои четки?